Более 60 тысяч подписей избирателей собрано под обращениями к народным депутатам Украины отозвать или не голосовать за скандальные законопроекты 4128 и 5309, поскольку они получили негативную оценку главного научно-экспертного управления Верховной Рады, антикоррупционного комитета, к тому же разжигают религиозную вражду в Украине, так утверждают собравшиеся. На сегодняшний день соответствующие обращения были направлены 31 депутату и главам всех фракций Верховной Рады. Подписи собирали по всей Украине, в частности, в Киевской, Житомирской, Волынской, Рівненской и других областях.